сообщили о вашем деле, но боюсь, что не смогу быть вам полезным. Подвесок нет. Хозяин не расстается с ними. Однако мой долг – сторожить имущество хозяина. Но, сударь... Кроме того, я должен учитывать возможность политических осложнений. Тори опять могут взять верх над вигами. Какие тори, какие виги? Значит, я зря мчался сюда из Парижа. Разве я это сказал? Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав. Мерси. Теперь спешите. Я обязан исполнить свой долг.